колпинцы стали свидетелями схватки советских и немецких войск. В выходные состоялась военная реконструкция, защита Ижорских берегов. По сценарию советские разведчики обнаружили фашистский дивизион. Немцы пошли в атаку, но к красноармейцам вовремя подоспело подкрепление. Благодаря численному превосходству наши с минимальными потерями заняли вражеские позиции. В ходе сражения зрители в действии наблюдали настоящую боевую технику и военные автомобили. Например, кюбельваген «Фольксваген 82». Его использовали во всех войсках Германии вплоть до окончания войны. Одним из средств передвижения советских солдат по полю боя стал американский автомобиль «Виллис». Здесь нет гидроусилителя, здесь нет коробки передач. В принципе, это папа и мама всех джипов. Это самый первый джип, который был сделан и придуман. Данная машина 45-го года, конца, да, в феврале месяце, почти в самом конце войны, но успела побывать и на немецком фронте, и, соответственно, дальше на войну с Японией. По завершении схватки на поле боя вышли уже зрители. Жители Колпинского района смогли вблизи рассмотреть оружие обеих армий и даже посидеть в кабинах автомобилей. В воссоздании сражений участвовали 10 военно-исторических клубов. К ним мог примкнуть любой желающий прямо в день реконструкции.